Здравствуйте! Вы смотрите программу Cool Life. Все об активном отдыхе, экстремальном спорте и их составляющих. Все возможное и невозможное в Молдове. Только у нас и только с нами. С давних времен небо притягивает магнитом наши взоры и сердца. Эта необъятная стихия кажется недоступной, но это не так. Сегодня покорить небо может каждый. Каждые выходные отсюда отправляется маршрутка, которая доставляет всех жаждущих воздушного экстрима на аэродром Бабл и Вода. Вот мы и на месте. Если есть такие места на Земле, где сбываются мечты, то это здесь. Прыжки с парашютом не для слабонервных. Тут ты можешь доказать себе и другим, что ты настоящий. Количество людей, желающих испытать эйфорию свободного падения, в нашей стране постоянно растет. Еще 2 года назад таких экстремалов насчитывалось около 1000, а в нынешнем году их уже в 2 раза больше. Однако, чтобы совершить заветный прыжок, надо обладать не только огромным желанием, но и некоторой суммой. Никакой специальной экипировки с собой брать не нужно. Здесь вас и оденут, и обоют, и 2 парашюта выдадут. Самостоятельный прыжок с высоты 800 метров, который длится всего 7-8 минут, стоит $25. После развала Советского Союза все спортивные федерации были отправлены в свободные плавания. В данном случае свободное падение. Кстати, выживай как хочешь. Правда, в Европе за такое удовольствие вам пришлось выложить все 50 баксов. Алло! 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 А, дорог, Володя! Так, Спак. Привет. Ой, мы сегодня на телевизор. Кой лайф, Спак, лайф. Кой лайф. А что это здесь? Ага. Да, да, и били. А каск, привет, кой мы сегодня. Ну! Ну, ферească, и fumat între blani ăștia. Nu, și m-a apucat o tuse. De la fumat? Nu, eu cred că de la aprăși. E cald la noi și ne-am spălat cioarele cu aprăși. E cald. Eh, niște... Faceți voi casă în alte. Să fac și la noi casă în alte, dar... Dar nu are și ne străi într-un să le deam. A, păi ia că eu ți-o spun că și eu sunt tot paznic. Așa numai noapte. Da. Ei, și când mai vii acasă? Și la voi? La voi e greu, e criză, da? am fost la țară. Mă duc și eu de... Cam rar acolo. Am fost de partea de Blajeilor. Cimitirul pustiu, băi băieți. Sunt oamenii duși tăți. Tăți mai ales și... și tineri îți duși pe un capăt. Mă rămas numai aici, de-al de noi, care nu-ți pot duși.
Auzi? Ia, ia să-mi spui și ce înseamnă cu live. Tu ești mai îmblat decât mine. Când trăiește bine pe mine, asta nu mă mai paște. Hai, te pup, tata, hai. Знаменитый Ан-2. Динозавр самолетной конструкции. Максимальная загрузка 12 человек. Вес эта лошадка 200-250 литров 98-го бензина в час. Теперь понятно, что диктует цена на такие прыжки. Я, во-первых, сюда пришла первый раз. И я очень мечтала об этом давно. Я считаю, что нет, действительно, я считаю, что не надо медлить. А если решил, то решил. Я! В общем, это здорово. Чувствую, что ничего не понял. И еще один прыжок просто необходим. Если одного прыжка вам недостаточно, можете его повторить. Или даже серьезно заняться парашютным спортом. В общем, если вам понравилось, а вам понравится, можете на этом не останавливаться. Смело пробуйте себя в парашютном спорте. Кстати, подробнее о нем мы расскажем вам в других передачах. Здравствуйте! Вы смотрите программу Cool Life.